Ну вот и наступила весна у нас. Снег тает. Конец марта. Решил я завести трактор и почистить немного дорогу от каши, чтобы можно было заезжать на легковой машине, не буксовать тут. Попробуем вот эту сейчас кашу всю туда вытолкать. И завтра, если будет солнце, то уже все подтает, подсохнет до земли. У нас здесь песок, не глина, поэтому очень все быстро. Вода у нас теперь напрямую из скважины. Стало тепло. Вот, и я подсоединил шланг. Сейчас попробуем шлангом, значит, налить воду в трактор. Нальем пускач бензина. Там немного осталось мне. Попробуем завести. Я его не заводил где-то, наверное, месяц точно не заводил. Думаю, сейчас еще раз заведем в этом сезоне снегоуборочном. Почистим сейчас дорожку. Там под горой немного растолкаем, чтобы был заезд. Там быстро он оставит. Южная сторона. Вот. Но если сейчас его так не растолкать, то неделю будет еще таять. И буксовать на легковой машине. Ну, на буханке я проеду, но на ней пока я не езжу. А на Фольксвагене, конечно. И может еще доеду там до трассы, посмотрим, там тоже маленько раскисло. Никто не ездит, меня тут не чистит. Главное завести нам трактор сейчас. Так, ну что, попробуем. Шланга. Цепился к скважине. Не таскать воду. Опа, упор хороший. Зимой я наливал горячую воду. А сейчас уже тепло. Сегодня на солнце плюс 18. Лето, можно сказать. Поэтому можно налить и холодной воды. Ничего страшного. Двигатель прогрелся на солнце. Стоял сегодня. Зато быстро. А, я, наверное, краники не закрыл. Да. Не улью, а краники я не закрыл. Ну, сейчас. Все готово. Ну, сюда входит, я выливаю 2 ведра, 20 литров примерно. Получается объем воды. Все, хватит. 2 минуты и готово. Так, сейчас еще добавим бензина в пускач. И будем пробовать заводить. Так, ну что, попробуем. Все, бежит что-то, бензин. Открыл краник спускача, что-то закапал сразу карбюратор. На проход идет. Ладно, попробуем. Пока я ничего не буду подсасывать, чтобы не пересосать. Сейчас прочекаем, попробуем, может быть, там вода попала. Что, попробуем еще раз. Надо перебирать карбюратор. Стал переливать, открывай краник, сразу все льется. Так не должно быть, видимо, иголка запала или там, не знаю, поплавок смотреть там надо, короче. Вот уже. Что-то начинает. Поймать вот этот момент, то есть он стал переливать и вроде свечка сухая. То есть немного не докачаешь, тоже не заводится. И чуть-чуть это перельешь, все, тоже и тоже не заводится. Вот на где-то вот большая эта граница. Надо смотреть карбюратор. Сейчас прочихаем, сейчас попробуем. На место свечку. Думал, завелся, заглох. Ладно. Завелся, да, завелся, но газку надо было дать побольше. Ну что, ребят, все завели. Тракторичка. Сейчас не знаю, попробуем. Тут крыша у меня навалила. Выеду, не выеду, попробуем на пониженной. Блокировку включим. Ну и то.
толкнем тут немного эту кашу туда, вытолкаем на дорогу. Еле завел пускач, барахлит. Надо было где-то его перебрать, поменять там, наверное, поршень, кольца, подшипники. Ну, полностью переберу, посмотрю. Поставлю, наверное, стартер. Так, ну что, попробуем. Сталкиваю чачу тут, в этой земле, можно сказать. Пригреб тут. Главное домой заезжать, выезжать. Проехал очень много по дороге. Там уже и нанизу лед. А у меня здесь резина снизу, поэтому плохо он не сдирает. Ну, пошире немного сделал сейчас. Быстрее будет таять. Самое главное здесь мне заезжать нормально, чтобы было. Все, сейчас еще немного здесь растолкаю вот это. А все тут уже вон трава, земля. Обещают дождики завтра. Это быстро сгонит до земли, чтобы мне на машинах не бусовать.
вот и все. Дорожку тут расчистили. Ну, не до самого здесь получилось. Лед все равно внизу. До самого не скребет. Убрал, главное, эту кашу всю. Каши не было. Сейчас нормально. Все, вот земля. Это уже само растает тут, мелочи. Но здесь еще много, конечно, у нас снега. Опа! Снег еще лежит нормально. Подсел, конечно, но тает еще будет долго. Все, глушим трактор до следующего сезона. Надо будет где-то его немного подремонтировать. Ускач переберу весь. Вот, ну и так по мелочи посмотреть, где там где-то шланг стал протекать вода. В общем, надо вот подремонтировать. Все, глушим. Так, сразу воду сольем, не забыть. Заморозки еще будут у нас. Еще конец марта только. Будем к следующему сезону, к зиме. Летом я трактор не использую, можно сказать, не завожу практически так редко, только для огробки его использую. Вот. Так в целом еще ничего, конечно, уже не новый, далеко не новый, но для деревни нормально огребать. Отвал все работает, нормально поднимается, поворотный, это мне нравится. Вот. Ну и все, ладно, будем на этом прощаться. Всем до новых встреч. Увидимся на канале «Деревенские традиции». Пока-пока.